Никому нельзя пропускать. У вас такое было там? Нет. Ну, из-за того, что, ну, я знаю, вы известный спортсмен и известный в городе человек. Просто даже не пробовали такое начинать? Ну, я как-то и прошел такую школу. Нет, у нас не было, мы сразу. Я знал, что если только запустишь... Ну, я понимаю, собрали за столом, допустим, там пятеро спортсменов, выпили по 100 грамм. Я по жизни, я почему вот рестораны? Я же спортсмен. Мы часто ездили на соревнования. Ну, на сборы, на соревнования? Да, на сборы. И всегда где? Ужин в ресторане. Я насмотрелся на эти все мероприятия. Я смотрел, как рестораны гибнут, как вот, что мы приезжали, в городах бывали, допустим, в Хмельницкий, мог в течение 2-3 лет быть раз 5-6. Ну, всегда в одном же нас селили, там, в одной же что же, гостинице. И оно было видно, как или тот ресторан процветает. То есть оно по самой публике было видно. И когда сидишь ты, ну, спортсмены мы же не пили тогда, сидишь в ресторане трезвый, когда видишь, что кто-то пьяный там что-то гундосит или... Или драка, или стульями, или музыкантов гоняют, да? Да, или официант, то есть, или может там клиент официанта там обидеть, или официантку нагрубить. Все, ну, оно уже, понимаете, сама, как-то вот у меня вот это наложилось, а я вот хотел сделать ресторан, вот как бы, хотел бы, как меня бы обслужили. Я сюда официантом... То есть главный ревизор были вы? Да. Я, не, я сюда дал официантом. Главный ревизор — это официант, я, все. Я говорю, официант, говорю, обслуживать так, как тебя, хотел бы, чтобы тебя обслужили. Все, больше ничего не надо придумать. Вот как хотел бы, чтобы подошел к тебе официант, как бы ты хотел, чтобы тебе подали еду, как бы ты хотел, сколько ты эту еду ждал. Ну, так ты делал. А сами пробовали вот то, что вот готовили? Кто да, это оценил? Мы ели в ресторане. В ресторане? Да. Мы всегда ели, у нас не было, чтобы, допустим, это приготовил для нас, никаких не было. Как вы сейчас относитесь к тому, что пооткрывалась куча грузинских ресторанов, какие-то японские, не знаю, китайские, все, что хочешь? Народ ходит. Что здесь? Если ресторан существует, значит, он не в убытке. Значит, есть. Это уже рестораны, магазины, это клиент, это рынок. Я понял. То, что нравится, какая мода, так и пойдет. Просто я смотрю, как... Вот смотрите, вот сейчас мы сидим. Вот есть Сельпо, рядом будет. Есть Юрий Николаевич, здесь открыл. Да. Рядом... АТБ. АТБ. И все пострадают. На Западе есть, что в определенном радиусе того или иного уже не дают разрешения. Так у нас аптеки, посмотрите, может быть на Киевской. А вон, посмотрите, вон напротив, да, 4 аптеки. 4 аптеки, на Киевской на 100 метров 5 аптек. Понимаете, что получается? Это город обезьян получается. Кто-то один поставил киоск, поставили все киоски, все да? Киоски. И все думают, что потом все умирает. Хорошо, вот сейчас говорят, чтобы открыть ресторан, нужно минимум 150 тысяч долларов. В ваши времена сколько нужно было денег, чтобы открыть ресторан? А у нас никаких не было. Мы уже взяли ресторан, там мы немного заплатили, это самое. Мебель забрали, и все там, посуда там какая была. Ну и хорошо, это... нанять, тогда не было вот этих рекламы, баннеров. То есть реклама была от человека к человеку, да? Кто-то один покушал, понравилось, еще раз сказал. У нас не было рекламы, мы не делали рекламы. Ни в газетах, ни по телевидению, ничего не было. То есть было типа от человека к человеку, да, реклама? Да, я хотел сказать, сарафаны. Сарафаны радио? Да. Как люди ходили, как они передавали все. А город же небольшой, мы в центре находились. Там было 3 седьмерки, они народ выходил. Это самый ресторан Южный Буд тоже. А как-то у нас получилось, что... Ну вот именно из-за кухни, из-за порядка. Все, больше ничего не надо. Какие-то еврейские блюда были в меню? Фаршированная рыба, еще какие-то рыба вещи? Фаршированная всегда. Была? Это как закон был. Фаршированная рыба, это была. Можно сказать, что у вас была лучшая или самая лучшая фаршированная рыба в Виннице? Я не могу потерпеть. Я вам скажу, что у нас копченость, рыба фаршированная и соки были одни из лучших. Мы один из виннинских руководителей на то время, фамилия Договори Седана. У вас там есть что-то такое? Рыба есть? Я говорю, есть там. Саша звонил. Мы соки всегда, нам привозили в банках соки. Мы не брали соки вот этих тетрапарков, бутылочные соки.
И вода всегда была хорошая. То есть вот такие мелочи нам всегда подавать.